Света, привет! Скажи, пожалуйста, где ты и с кем ты? Где ты там? Где ты? Я не вижу Света. Ребят, давайте нашу речевку. А, вот она. Вот весело, мы решили вам начать. Ребят, я сейчас нахожусь в музыкальной школе номер 4, где коллектив танцевальный Paradise активно готовится к карнавальному шествию. Сейчас ребята подготавливают костюм, поправляют прически, а самое главное, находятся в веселом, приподнятом настроении, ведь сегодня их день. О том, что они сегодня покажут, мы спросим у руководителя коллектива Евгении Лебедевой. Женя, доброе утро. Скажите, пожалуйста, какой номер вы сегодня будете показывать на шествии? Музыкально-танцевальную сказку «Мама». «Мама». А вторая номинация у нас будет бродвейский мюзикл, «Бродвей» называется. И третья у нас будут «И звери, и птицы». Это в колонии, которая веломото... Движуха. Ага. Вот, у нас дети поедут на велосипедах и на роликах. Ага. У меня такой вопрос, почему вы сейчас в таком костюме, и сколько вообще человек будет участвовать? Я, потому что в сказке принимаю роль зимы. Угу. Участвует у нас общее количество 67 человек, плюс еще родители. Угу. Вот, родители у нас тоже идут в карнавальном шествии, они тоже придумали кричалки, и танец мы с ними отрепетировали. Ага. Ну, ребята в приподнятом настроении находятся? Конечно. Они любят этот праздник, они любят карнавал, они всегда к нему готовятся. Ага. Ребят, вот глядя на наших детей, вот у вас какие впечатления возникают, воспоминания с детства? Вы как отмечали 1 июня? Ну, я 1 июня отмечал всегда во дворе, это футбол, лапта, ну и, конечно же, мороженое. Я тоже помню много сладостей, тортиков и пирожных. Мама всегда пекла, потому что в мое детство как-то, видимо, кулинария не очень хорошо работала в Дивногорске. Но вот мама всегда пекла сладости, и я помню, что это был самый сладкий день. Ну, я даже не знаю. О, я еще вспомнил. У меня, кроме футбола, сладости еще были детские дискотеки у нас были, да. Света. Приятные воспоминания, конечно. Вы знаете, мы сейчас с ребятами хотим показать вам фрагмент из нашего карнавального шествия. Согласны? Да! Музыку! У нас сейчас с вами уникальная возможность увидеть, что сегодня будет твориться на шествии. Напоминаю, что оно у нас будет проходить с 12 до 13.30, где ребята вот такими вот красивыми танцевальными движениями будут проходить по улице. Напоминаю, что сегодня карнавальное шествие посвящено кинематографу, поэтому у ребят заготовлены веселые речевки, движения, танцы. Тут у нас есть и зайцы, и козлята, и свинята, кого только нет. Ах, так и хочется вместе с ними впуститься в пляс. Так. Это бесконечный танец, потому что это танец детей, это танец детства, танец праздника. Поэтому сегодня обязательно приходите, посетите шествие карнавальное и посмотрите на этих замечательных ребят и всех остальных. Еще раз всех с праздником. Передаю слово студии. Ребят, вам слово.